Диагностики и в засвете лучшие для ЛБЗ, короче, must have. Погнали, город. Поезд с девятками, спасибо за топ. По тяжикам 277. Яга, может быть, на Ягу придется голду загружать. Все остальное, в принципе, бабахами пробивается. А чё нас так много в городе? Вы чё? Я не могу, да, у меня глаза разбегаются от такого количества союзников на этой позиции. Это просто, не дай бог, чтобы у кого-то так в рандоме было. Чё ж вас так много-то, а? В итоге дал попадание, охереть. Обидно же. Реально обидно. Решил блайнд кинуть, вдруг он туда залез опять. Один будешь на 13.90? Не понял, типа, я взводом редко играю, да, это соло стрим. Как и 99% контента. Но я планирую как-то сделать взводные стримы. Прям вот неделю взводных стримов с разными стримерами покатать. До этого его жопа где-то вот здесь была. Тоже блайнд опять кидаю, но я вроде в камень попал. Так, все, хватит блайндов. 5 снарядов осталось. Следующие кумулятивы. Хотя нет, пока ББшки полностью не истрачу. На кумысы не вижу смысла переходить. Юкитера пишет, не пишите ники, я уже выиграл, так точно. Есть пробитие. Уничтожен. Так, я тут под артой. Кумысы загружаю, вовремя заметил, что один снаряд загружался. А можно я проеду, многоуважаемый конвей? Я все понимаю, ты на имбе тут. 50 б, чё по хп? 50 б попал, кстати, одним шотом. Сейчас я жду дозарядку. Ой, плохой поджим, да? Да, плохой поджим. Там вот и стейхи. Везет, что они не смотрят в мою сторону. Можно ждать инфу, они меня не должны подсвечивать. И откидать по эстехам. Хотел сначала в город поехать, но увидел бачата, который летит. И решил все-таки... Не-не-не. В такой ситуации нет смысла дуплет давать. У дуплета есть задержка, так называемая. После выстрела у тебя будет пауза. И это минус ДПМ. В таком случае лучше реализовывать один снаряд за вторым. Это так тоже запоминать при игре на СТ2. Ну, сами стреляю, ББшки закончились. Пробитие. Я его свечу, что ли, постоянно оставил? Нет, это гриль его светил. Все, поехали Ягу тортил убивать. В принципе, победка. Так, я его убиваю. Опять Яга на фугасах. Чё за фетиш, ребят? Подскажите. Яга на фугаса.
На верочку стрелял, поэтому не спешил с выстрелом. Так, там 50 Б, стерва 430, чарфутер в центре. СТ-2, смотрю, на ББ неплохо себя чупает, да? У него... Почему я играю чаще всего на фулл голде на СТ-2? Вот до начала стрима у меня здесь была фулл голда и 4 или 6 ББшек. Это я сейчас ББшки загрузил, чтобы показать, как он играется на ББ. Потому что право на ошибку не очень большое. Ты ошибся, особенно когда залпом, то все, ты ошибся. Как бы это странно ни звучало. Логично, да? Один раз ошибся, и ты ошибся. По факту так оно и работает. Поэтому чаще всего у меня кумулятивы. Чарфутер разве уезжать мог? Нет, вот он стоит. Разбит триплекс. Видимо, снижена. Цель понял. 8300, неплохо. Триплекс восстановлен, обзор нормальный. Повезло, гриль хотел собака подсосать моего воина. Я так понял, СТ-2 голдозависим. Да, чисто из-за такой механики. Если бы у него была классическая пушка, то я бы играл на ББшках, они приятные. А так я объяснил, почему. Так, во, мастер. Блин, мне на 13.5 нужен, на этом я уже два мастера сделал за стрим. 8800 урона, 6 фрагов, воин... Основной калибр, поддержка, мастерос. Очень даже хороший бой, вроде все правильно отыграл. 29 выстрелов, 24 попадания, 23 пробития и рекорд. Рекорд по урону, скорее всего, тоже, да. Я рад, что вы досмотрели это видео до конца. Если вам все понравилось, не забывайте прожимать палец вверх и подписываться на канал, а также приходить на ежедневные стримы. Удачи!